Мы на месте. Слушай, я думаю, все-таки стоит повременить с осмотром твоей квартиры. Не вопрос, без обид. Почему ты отошел? Чтобы дать тебе пространство для раздумий и принятия решения. Как узнать, что ты влюблен? Обычный план девушки. Найти парня, влюбиться, родить ребенка. Но я не уверена, что у меня хватит сил следовать стандартному плану. Как узнать, что у тебя неприятности? Сынок, у меня печальная новость. Что такое? Расскажу, когда приедешь. Давай сейчас. Хочу хоть раз узнать плохую новость, чтобы никто не следил при этом за моей реакцией. Против тебя выдвигают обвинения. Как узнать, что тебе повезло? Джордж? Как поживаешь? Очень рад тебя видеть. Я тоже. В это Рождество. Джордж, это мой парень Рэй. Очень приятно. Че за хмырь? Ты не поздоровался. Да пофиг, предупреждать надо, когда зовешь в дом мужика, с которым я даже здороваться не захочу. Кажись, я облажался. Но мне это только на руку. Риз Уизерспун. Такси? Да нет, мне... Сначала надо решить, куда ехать. Оуэн Уилсон. Такой вопрос, мужики. Как понять, что ты влюбился? Че, никто не знает? Есть у меня способ. Если с другими бабами гандон надеваешь, значит, свою люблю. Черт, походу, я все-таки влюбился. Пол Рад. Что тебя так беспокоит, Джордж? Я потерял работу, скоро кончатся деньги. Еще я стал объектом федерального расследования. Ну, просто мечта любой девушки. И Джек Николсон. Сынок, ситуация стремительно развивается. Замолчи, Джордж. Я не хочу в прямом смысле бежать от плохих новостей. Ты не можешь себе позволить мне... Фильм обладателя премии «Оскар» Джеймса Брукса. За тех, кто придумывает тосты. Я дотронулся до твоей ноги. Я видела. Я тут записал то, что хочу сказать. Я с ума сошел, когда ты ушла, лампу сломал. Ладно, чего ты хотел сказать? Я с ума сошел, когда ты ушла, лампу сломал. Так уже сказал. Как узнать? Зимой в кинотеатрах.